Добрый день. Вы купили квартиру, заключив ипотечный договор с банком и дисциплинированно платите по кредиту. В этом случае вы имеете право на имущественный вычет. Вернуть сумму уплаченного подоходного налога в размере 13% от стоимости приобретенного жилья. Не только по причине покупки объекта недвижимости, но и на дополнительный вычет по ипотечным процентам. На текущий момент максимальная сумма основного имущественного налогового вычета, который может получить один человек, это 2 миллиона рублей. Максимальная сумма по дополнительному вычету составляет 3 миллиона рублей. Получать возврат процентов по ипотеке можно по мере уплаты этих процентов. Даже если кредит полностью погашен и налоговый вычет по процентам получен не в полном объеме, например, в ситуации, когда доходы меньше, чем сумма вычетов, остаток вычета можно получить в следующем году. Вычет по процентам имеет смысл использовать после того, как будет исчерпан основной вычет, говорят эксперты. Ограничений по сроку использования вычетов как основного, так и дополнительного нет. Вычет можно применять до тех пор, пока не будет полностью выбрана вся сумма имущественного вычета, то есть 5 миллионов рублей. Для получения дополнительного имущественного вычета по ипотечным процентам необходима копия кредитного договора и справка по уплаченным процентам, подготовленная банком-кредитором. Получив все необходимые подтверждающие документы, надо обратиться в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. Это правило денег.